Площадь затопленных территорий на Дальнем Востоке неуклонно растет. Уже 124 населенных пункта. А уровень воды в Амуре близ Хабаровска сегодня достиг исторического максимума – 642 сантиметра. Последний раз такое было в 1897 году. В зоне паводка находится левый берег реки и островная часть города. Оттуда, а также из районов Амурской и Еврейской автономной области эвакуированы в общей сложности уже более 19 тысяч человек. Те, кто отказывается покидать свои дома и тем самым подвергает себя серьезной опасности, уговаривают спасатели. Дежурят медики, охрану осуществляют сотрудники полиции. Всем необходимым обеспечивают людей в пунктах временного размещения. А при одном из них под Биробиджаном открывается детский сад. Ребята уже записывают в группы, пока же приглядывать за дошкольниками помогают сотрудники МЧС. Несколько часов назад с подмосковного аэродрома Раменское вылетел еще один самолет ведомства со спасателями и плавсредствами на борту. По пути он сделал остановку в Чите, забрав бутылированную воду и насосные станции для откачки воды. Их отвезут в потопленные поселки Амурской области. В Благовещенск также переброшены несколько полевых хлебозаводов и десятки буксировочных катеров от Минобороны. И это далеко не вся помощь.